Друзья, в новом году желаем вам не быть сурками-паникерами, кроликами-занудами и медведями-храпунами. Будьте бобрами и веселами. И, кстати, приходите на второй стримфест. Он состоится 22 апреля в Москве. Это что, был официальный анонс? Выходит, что так. У-ху! С Новым годом! Привет, Good Game! 2016 год был для меня самым важным и интересным за все последние 6 лет, и сейчас объясню почему. В этом году я сделал свой самый первый ремонт, который вы видите на экране. Я провел 3 семинара в Москве и Питере по второму StarCraft'у. Это были открытые показательные уроки, которые прошли весьма интересно. И я познакомился с очень интересными людьми, которые помогали мне в организации этих мероприятий, за что им большое спасибо. 2 раза посетил Германию в этом году на профессиональном турнире по второму StarCraft'у. Отдельный респект Абойлеру за поддержку меня и Good Game'а. Он очень многое сделал для сайта и для всех в целом. Раму хочу передать отдельный привет и поблагодарить за стол моей мечты, о котором я мог только мечтать. Это действительно очень круто. Спасибо тебе, Санек. Ты очень крутой. Передай привет своему другу Артуру Зергу и стримеру на Good Game, который очень редко стримит. Ну, у него жена, 2 детей, вы понимаете. Хочу передать привет Рузбрейну, который организовал конкурс для стримеров. Это было очень интересное состязание. Надеюсь, в следующем году будет оно еще круче. Майкеру и Нефани за то, что Good Game все еще жив. Я до сих пор надеюсь, и думаю, все остальные тоже, что Good Game все еще будет и станет вновь киберспортивным порталом. Станет же, да? Ну, всем зрителям и чатикам передаю отдельный привет. Желаю всего самого доброго, хорошего. Ставьте себе цели, добивайтесь их. Отлично проведите время в следующем году. Отлично отметьте Новый год. Подписывайтесь на премиум. И желаю вам, чтобы ваша жизнь в следующем году была красива, как высокое качество, плавная, как 60 FPS. Ну и, конечно же, с наименьшей задержкой. С Новым годом! Всем привет! Мы поздравляем вас всех с наступающим новым 2017 годом и желаем вам огромного счастья, здоровья, больше качественного контента, меньше лагов на Good Game, побольше хороших вам стримеров в избранное, поменьше противных людей в чате и самого-самого-самого лучшего. Да. Привет, гудгеймовцы, привет, бобры. Меня зовут ЛКГ, и я бы вас хотел поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать всего самого наилучшего, счастья, здоровья, любви, чтобы все ваши мечты воплотились, чтобы Новый год был хорошим, чтобы все, что вы желаете, воплотилось. 2016 год пролетел весьма-таки быстро, много чем он нам, наверное, запомнился, как в плане киберспортивных событий, так в плане не киберспортивных событий. Для меня лично, если делать итоги, подытоживать, то из киберспортивных событий множество мажоров, крутых турниров по Доте и, соответственно, International. Очень я был рад, хотя как бы дотер, очень был рад успехам наших воллеров на чемпионате мира, молодцы парни. Ну, вышел Overwatch, для меня релизнулся после года в бета-тесте. Спасибо отдельное Жене и Мише за ключ в эту прекрасную игру. Из некиберспортивных событий, соответственно, переход на новую резину, всеми нами любимую, марафон, как же без него, который тестово прошел весьма удачно, я бы сказал. Стримфест, который был тоже вроде бы крутым, насколько знаю, и так далее. Отдельно хочу поприветствовать и пожелать всего наилучшего конфере новостников, всем крутым стримерам, Мише, Жене. И всем тем, кто меня знает, спасибо, вы молодцы. Ну и не переживайте, не нервничайте, ведите себя хорошо, культурно, прилично, чтобы в новом году было очень маленькое количество банов, чтобы Диан и модераторы не использовали банхаммер, не банили вас. Ну и всего самого наилучшего, надеюсь, 2017 год будет столь продуктивный, как 2016, даже лучше. Давай, до скорых встреч, пока, любимцы, тащите. Good Game, Good Emotions. По времени суток всем посетителям Good Game'а отдельный привет всем любителям StarCraft'а. С вами Magic, и это мое коротенькое поздравление с Новым годом. В новом 2017 году я желаю вам, чтобы все ваши желания сбылись, чтобы все ваши хотелочки исполнились, и чтобы все ваши начинания были успешными. Читайте книжки, это очень важно.
смотрите StarCraft, смотрите вообще стримы, хороший способ отдохнуть, я считаю. Ну и, конечно же, здоровье. Наверное, любое поздравление должно включать в себя немножечко здоровья, потому что с ним сейчас у многих проблемы, и хорошо тем, у кого их нет. Вот, хочу, чтобы вы были среди них. Все лаконично, просто я не самый красноречивый человек на планете, поэтому успехов вам в новом году, счастливых праздников и до новых встреч на трансляциях. Пока! Привет, Good Game! В преддверии Нового года мне хочется пожелать вам счастья и побед. Побед, конечно же, не только в киберспорте, но и в целом по жизни. Ставьте себе новые цели, достигайте их. Я уверен, у нас у всех все получится. Счастья вам, любви, добра и, конечно же, удачи. Я думаю, она нам всем пригодится в новом 2017 году. Будем надеяться, что он получится намного лучше. Всех с наступающим! Привет, бобры! Меня зовут Черник, и я уже полтора года состою в команде редакторов Good Game. Хочу поблагодарить всех наших читателей и зрителей, а также пожелать вам в наступающем или уже в наступившем 2017 году здоровья, счастья, успехов во всех начинаниях, достижения заветных высот, терпения и стальных нервов, а также нелагающих стримов и качественных трансляций. Удачи вам в новом 2017 году! Хей! Поздравляю вас с Новым годом! Пусть все в вашей жизни меняется только к лучшему, а грядущий год готовит как можно больше приятных неожиданностей и не менее приятных ожидаемостей, чтобы дни были наполнены яркими эмоциями, преимущественно положительными, а вы находились как можно больше в состоянии душевного подъема и вдохновения. Ну и, конечно же, сил вам! И решимости для свершения поистине важных дел, ведь каждый из вас способен на многое. С Новым годом! Дорогой Good Game, от лица всей нашей семьи из двух человек хочется поздравить людей в чатиках и, в принципе, всех, кто тусит на Good Game, с Новым годом. Этот год был замечательный, был стримфест, где участвовало много людей из Good Game. Была дача Good Game в Белгороде. Офигенное мероприятие. Боже мой, до сих пор вспоминаю, аж слезы на глазах, потому что это было великолепно. Марафон. Блин, короче, много всякой движухи, роста, процветания, расширения, увеличения всего. Вот, чтобы все было хорошо. Закончил. Белый Good Game стрим по Даркомину и третьим героям, фотки из детского дома. Это все, что я жду от 2017 года. Ну и немножко ФФ-шечки вечером. Всех с Новым годом, пока. Все. Отстой какой-то. Дамы и господа, всем привет. Совсем-совсем скоро наступит новый 2017 год. Приближение этого чудного мгновения знакомо нам всем с детства. И каждого из нас оно связано с ожиданием чего-то лучшего, прекрасного, ну, в большинстве своем. Я хочу пожелать вам побольше денег, здоровья и успеха, чтобы все у вас получалось, и поменьше трепали нервы на работе. В свою очередь, Good Game я хочу пожелать развития, чтобы сайт процветал и на нем появлялось больше хороших, профессиональных и не очень стримеров. Низкий поклон, что наш канал все еще существует, хотя стримлю я очень-очень редко и смотрит его очень-очень мало людей. Но это действительно важно. Всем спасибо, всех с Новым годом, приходите на Good Game. Привет всем зрителям Good Game, поздравляю всех с наступающим 2017 годом. Желаю всем здоровья и сил пройти свой путь. В этом году, каким бы он ни был, тяжелым или легким. Ну и так как часть пути мы идем вместе на нашем сайте, вот, желаю Good Game двигаться в правильном направлении. И нам всем тоже, естественно. Вот, в наших силах сделать каждый год лучше другого года. Не буду говорить предыдущего, потому что 2016 проходит, и чем-то он будет лучше всех остальных, ведь он никогда не повторится больше, ребят. Удачи всем в 2017-м. Увидимся. Привет, Good Game. Я Андрей. Оу,
Я Андрей, он же Lone Wave, а это мои потрясающие косички. Желаем вам в следующем году отличного здоровья, хороших трансляций и побольше позитива. На стримах увидимся, до встречи! Привет, Good Game! Привет, друзья! Всех с Новым Годом! Я желаю всем-всем встретить Новый Год в кругу друзей, в кругу близких и любимых людей, которые помогут вам набраться сил, отдохнуть перед тем, как совершать в Новом Году все задуманное. Если у вас есть какие-то грандиозные планы на Новый Год, пусть у вас все сбудется, пусть принесет вам максимально хороший результат, и пусть в Новом Году все-все ладится. Я хочу пожелать каждому зрителю найти своего стримера, найти свой канал, куда вам будет приятно приходить, отдыхать или развлекаться, вот найти тот уголочек, где будет все то, что вы ищете. И в свою очередь всем стримерам я хочу пожелать найти свою аудиторию, найти своего зрителя, собрать вокруг себя тех людей, которые вам интересны, приятны и для которых вам будет хотеться каждый раз выходить в эфир. Администрации портала я хочу пожелать вдохновения, идей, конечно же, сил для того, чтобы все эти идеи воплощать в жизнь, чтобы портал продолжал развиваться. Желаю взаимопонимания в команде, взаимопонимания с пользователями, и пусть Good Game остается таким же местом, куда нам приятно приходить, смотреть стримы, читать новости и общаться между собой. Всего самого вам лучшего в Новом году, счастья, любви, здоровья вам и вашим близким, и увидимся в эфире в Новом году. Добрый вечер, Good Game, меня зовут Ледокол, с наступающим вас 2017 годом. Уходящий год запомнился многим переходом на новый сайт. Это, скажем так, то, что видят люди. Для меня этот год запомнился установкой нового оборудования, настройкой. Я себя все больше пробовал в качестве системного администратора. Там за вечер настроить, установить 24 сервера было непросто, но в итоге справлялся, получал опыт. Я думаю, каждый из нас тоже получил какой-то незаменимый опыт в 2016 году. В 2017, я думаю, будем дальше развиваться, повышать количество качественного контента, а также количество аудитории. И также постараемся не лагать, не падать. Тем более есть по этому поводу задумки. Всего хорошего вам. Играйте в игры. Вы можете на улицу ходить иногда, но все-таки больше в игры играете. И на сайт заходите, да, смотрите стримы. Всем удачи! Ведь скоро Новый год, остались считанные часы до этого праздника, и тут пришел кот, а не Дед Мороз, и сказал, никакого Нового года не будет. Да? Нет, не будет, все будет, у нас все будет хорошо. Ведь старый Новый год принес нам огромное количество нового. Новый сайт, новый офис, новых стримеров, новые рубрики и турниры, за которые особенно большое спасибо Гере и, естественно, Розбрейну, нашему любимому. Значит, очень много новых интересных новостей, статей и очень много новых талантливых редакторов, которые трудятся в нашем штате и радует меня каждый день интересными текстами, веселыми ошибками и, в общем, не дают соскучиться. Хочу пожелать в Новом году, чтобы было тоже очень много всего нового, очень много интересного, веселого, и чтобы жизнь не переставала вас удивлять, чтобы она поднимала вас с дивана, из-за экрана ваших мониторов и гнала вас на улицу, гнала наслаждаться жизнью реальной, не только виртуальной. Ну а кто купил себе шлем VR, как Ледокол, так все уже, вы не встанете и не выйдете из комнаты. Так что думайте, что делать. Создавайте, наверное, игры для виртуальной реальности, которые будут вам реал лайф заменять. Здравствуй, Good Game, ушка родной, здоровенный. Вот и наступает долгожданный 2017 год. Когда-то в 16-м году, век назад, люди жаловались, что, дескать, 16-й год был довольно сложным. Надеемся, что 17-й будет повеселее. И действительно было весело. Вот желаю, чтобы в следующем году ни для кого из нас такое не повторилось.
Самое главное, всем стримерам Good Game желаю сказочных донатов, всем зрителям Good Game желаю поменьше записей, особенно от Абвера, а самому Good Game желаю процветания, популяризации и обскакать Twitch в этой гонке вооружений. Ну а самое главное, друзья, желаю вам всем, чтобы в жизни вас фоловили только хорошие люди. С Новым годом! Здравствуйте, уважаемые гудгеймовцы, с вами Майкер, и я спешу вас поздравить в конце 2016 года с внезапно 2017 годом. Прошедший год был нелегким. Мы с вами вместе перешли на новую версию сайта. Для этого ключевые сотрудники съехались в Белгороде, в офисе в одном, старались ужиться, не подраться и запуститься, пофиксить баги, все для того, чтобы сайт был адаптивным, еще более синим, темным, менее лагучим, и чтобы можно было с ним дальше комфортно и быстро работать. Спасибо вам за то, что вы пережили это большое событие, и, конечно же, спасибо тем, кто участвовал непосредственно, и тестерам, и, конечно же, нашим разработчикам в этом большом переходе. Уходящий год был еще более насыщен, чем предыдущий. Масса турниров, соревнования стримеров, новый качественный контент. Я боюсь представить, что нас ждет в следующем 2017 году, но одно я знаю точно. Я остаюсь на Гудгейме. Я никуда не ухожу, и надеюсь, вы тоже никуда не собираетесь. С наступающим вас праздником, всего хорошего, меньше пек, больше осмысленных смайлов, типа бобров. И заходите к нам почаще. Спасибо.